Пришло время расправы. Они должны умереть. Я просто испугался. Что, прости? Я не ожидал, что... Все, погоди. Лучше помоги сейчас. Кевин. Твою мать. Что же делать, а? Кевин, не смей. А то что? Отнимешь винтовку и поставишь в угол, как моя мама. Зачем тебе это? Это не мне нужно. Они этого хотят. В смысле, кто они, а? Это ты сейчас и узнаешь. В каком смысле? А? В смысле, Кевин, объясни мне. Джек, кажется, это все.
Серьезно. Когда-нибудь это должно было случиться. Знаешь, когда я первый раз вас нашел, я даже не думал, что вы протянете больше одного дня. Особенно Кевин. Кто бы мог подумать, что он примет предложение Виндиго. Крис. Ну, привет. Здравствуй, Джейкоб. Это конец, да? Или нет? Все когда-либо кончается. Хватит загадок. Столько вопросов и никаких ответов. Я уже устал от этого всего. В этом и заключается вся наша жизнь. А в чем же? Потом поймешь, Джейкоб. Потом поймешь. Чего? В смысле потом? Все, забудь, я мертв. Как и Кевин. Как и Крис. А в этом ты глубоко ошибаешься, Джейкоб. Будь бы ты мертв, я бы не смог установить с тобой ментальную связь. Даже если я и жив, сбежать из этого места невозможно. Что ты мне предлагаешь? Идти по стопам Криса? Охотиться на Виндиго? Мы и так не закончили начатое. Не взорвали это конченое место к чертям. Этим вы бы мало чего изменили. Ну хотя бы полюбовались на красоту, нет? И выпустили бы тысячу злых духов, которые вскоре найдут себе новых жертв. Об этом я не подумал. Ну и что теперь мне делать, а? Теперь все хорошо, Джейкоб. Теперь все хорошо. Хорошо ты можешь хорошо, а что делать-то мне? Я же мертв все-таки. Для начала тебе нужно проснуться. Нужно проснуться. Проснуться. Джейкоб, воу, блин, мне такая херня приснилась, ты бы знал. То же самое, полная херотень. Да уж, ну и сны всякие страшные в последнее время снятся. Про каких-то Виндиг, хуервик, короче, прикинь. Погоди, тебе тоже про Виндига снилось? Да, а что, тебе тоже? Ты, кстати, в моем сне был. С нами потом еще охотник на Виндиго один какой-то поселился с нами. Его Крис вроде зовут. А потом меня эта Виндиго ебаная завербовала, короче, и сказала мяско покушать. Ну, ты же меня знаешь, я мясо-то люблю. В меня и вселился какой-то этот Виндиго хуэрви, короче. А потом я в Криса пальнул, такой бабахщ! Почти тебя убил, а кто-то меня застрелил в конце, короче. Экшен был вообще капец полнейший. Сон очень крутой понравилось, короче, мне, вот. Чего? Ну подумаешь, мне всегда такие наркоманские сны снятся. Ты чё, Джей? Не-не, всё нормально просто. Мне то же самое приснилось. Нихера себе. Ну нахер. I'm not afraid to die.
Пускай на себе это будет сном, Джейкоб. Пускай.